18 сентября состоится единый день голосования. Россияне выберут депутатов Государственной Думы и партии, которые сформируют новый парламент. О том, как идет подготовка к главному событию этого года на местах, смотрите в нашем следующем сюжете. Избирательные участки Мирнинского района готовы на 95%, отмечают в районной комиссии. Готовы и новые пункты, например, в Тасюряхе. Там специально для нефтяников оборудуют избирательный участок прямо на производственной площадке. Не смогут проголосовать граждане без регистрации и открепительных удостоверений, а также студенты из других регионов или рабочие с временной регистрацией. По итогам прошлых выборов избирателей было порядка 53 тысяч человек. Сегодня эта цифра несколько меньше. Вот, учитывая, что изменилось несколько законодательства о включении в список студентов, а если, допустим, ранее студенты включались в соответствии с законом, те студенты, которые обучаются по очной форме обучения и зарегистрированы по общежитию учебного заведения, то есть на основании документов, списков, которые предоставляли нам руководители учебных заведений, то сейчас студенты обязаны также, вот как и другие избиратели с временной регистрацией, обязаны написать такое заявление вот не позднее 27 числа. Территориальная избирательная комиссия Ленского района к выборам также готова. Спецсвязью в район доставили бюллетени. Каждый избиратель в день выборов получит два списка. Один для голосования по федеральному избирательному округу, где значится 14 партий. Второй по Якутскому избирательному округу, в который включено 8 кандидатов. Наша территориальная комиссия сейчас выдает открепительные удостоверения. На сегодняшний день получили открепительные удостоверения 52 избирателя. Ну вот мы выдаем их до 6 сентября включительно, а затем мы передаем их участковым избирательным комиссиям. Также наши избирательные комиссии утверждены точки для досрочного голосования. 5 точек – это где будут голосовать избиратели предприятий нефтегазового комплекса. Это 5 точек. И 2 точки – это традиционные – село Крестовое и село Инялы. Мы определили день для досрочного голосования как единый, как для вообще единый 18 сентября. А досрочное голосование у нас во всех точках пройдет 10 сентября в субботу. Сегодня в СМИ уже идет агитация кандидатов и партий. Избирателям необходимо определить лучшего, за которого они отдадут свой голос. Роман Муконин, Ирина Балкова, Олеся Васева, телеканал «Алма».